всего пьющая, слава Христе силе Твоей. Божество со решение наше, ныне и присно Его, веки веком, аминь. Молитва Его, Родице, милостивый очисти, божество со решение наше, милуй на Боже, подели. Жителю, сотворив и небеса разумом, и основав и землю на тверди я, создателю и судителю всяческих, призри на рабы Твоих, всех предстоящих, восхотевших державою крепости Твоя, воздвигнутый храмен у пребывания, утвердию, яко на крепком камени, и я же по Твоему божественному воеванию гласу, ни ветры, ни живота, ни иноч, что пакости ти возможет. Благоволи того в конец возвести, и в нем жить и потящих от всякого навета противна соблюди. Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веком. Аминь. Спаси. Господи, люди своя, и благослови достояние свое, победа держава наша и наша противная дару, и своя, сохраняя крестом люди. Спаси, Господи, люди своя, Шарвари, Бога мудрее, Отче защитителя, но горнилое решение, мужески попрася, радовалося поючи. Припередишь же Отцем Господи, Бога ословен еси. Слава Господи Христу Твоему честному, нераздельной Троице, и не слияне, и сестра единственного Бога, славим Отца, нерожденная, и рожденная Сына, и Святого, и Сводительного Божественного Духа, письма и поищения, Благослови Бог Отец наша, слава Господи Христу Твоему честному, не заходите на мемонами и Твоими Тесусами наше, за рекомное учение, во Богу Твоите святые, присущественные святые яжа, человеку недовидимое и неприступное ангело, слава Отце и Сына и Святому Духу, лучами света Твоего пачем и душу возведет к глубину, враги Божие, припет и всесильные, поборшуся от света владатного и во тьму, поглубшуся и ныне и присно во веки веком, аминь. Христом праздно, потеша, рушу чистая, и простришему свои руки на тебе, Христе.
ради постройки офиса или дома культуры для местной общины русских и баван. Желаю, во-первых, всех, которые присутствовали здесь, чтобы Господь послал нам здоровье, прощение наших грехов, мира, любви, спасения и наши добрые дела, благое посвящение. Хочу пожелать сегодня, мы говорим всегда, что историческое событие, на каждом деле бывает история, каждый человек имеет свою историю, каждый город, каждое село, каждый дом имеет свою историю. Так сегодня, наверное, не начинается, а продолжается история этого дома, который построится. Надеемся, что мы доживем и увидим, что этот дом будет построен, и будем тоже все вместе, и все больше этого дома. Хочу пожелать, во-первых, тем, которые будут проводить стройки, каждому, те, которые будут командовать, те, которые будут по бумагам лететь, те, которые будут приносить воды, те, которые будут разные дела совершать. Хочу, во-первых, им пожелать, чтобы Господь дал мудрости и Божию помощь, потому что без Бога ничего не сделает. Чтобы Господь дал терпение всем, чтобы Господь дал страха, чтобы молитва была, потому что без молитвы тоже ничего не делается. И если все совместно будет совершаться, тогда все благополучно и получится. Так как я всегда говорил, что жизнь наша духовная, как и жизнь светская, строится понемножку. Понемножку песку, понемножку земли, и это все совершается, как духовно, так и интересно. Надеемся, что все труды наши, которые мы сегодня поставили, все труды, которые будут от сегодняшнего дня, дальше будут поставлены, будут все во славу Божию. Простите Христа ради меня, и Бог вам на помощь. Простите, Христа. Пожалуйста. Мать Домовой Николаевской, я тоже вас поздравляю с сегодняшним днем, субботе, 6 недели по Пасхе, по празднику Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это день для нас значимый, поскольку многожданное вот это начало этого дома культуры, офиса, как и батюшка сказал, мы много старались, чтобы начать его. Проект сочиняли, разные варианты. Потом, слава Богу, помог нам один нотариус Фомин Симеон, чтобы добиться вот этих документов для разрешения постройки. Но все началось 4 года тому назад, в 2018 году, когда госпожа преподаватель Александрина Кока зажигла нас, на приз и тентили нашу инициативу, чтобы и здесь, в этом городе Радоуть, иметь вот этот культурный наш